И к другим темам мы переходим. Штурмовые группы армии Ирака начали зачистку Мосула. Сейчас военные на восточных окраинах города медленно продвигаются к центру. Боевики минировали здания и местность. По данным иракского командования, во время последнего выступления уничтожены около 500 террористов. Войскам удалось прорваться в район Аль-Самах на левом берегу Тигра и отбить несколько стратегически важных точек в городе, вот в том числе здание государственного телевидения. Тем временем лидер запрещенной группировки ИГИЛ призвал боевиков в Мосуле не сдаваться. Главарь выразил уверенность в победе террористов в битве за город. Обращение имеет формат аудиозаписи. Она стала первым заявлением Аль-Багдади после начала операции по освобождению Мосула. При этом неясно, остается ли в городе он сам. Пока эта информация, так же как и подлинность записи, неизвестна. Российские